Всем привет! С вами Дарья Эдрей, и мы продолжаем проходить High Flight 2. Я уже попробовала поиграть, у меня, как всегда, проблемы с этими записями, но не суть. Короче, начали мы, в принципе, с того же места, где закончили в той серии видео. Серия, у меня такое ощущение, что я сериал какой-то снимаю. Так вот, поэтому давайте двигаться. Я села в катер. Продолжаем. Водитель из меня тот еще. Ты в гоночки надо будет поиграть. Я давно что-то в гоночки не играла. И куда нам? О, трамплин! Уху! Короче, получилось. Все, я не настолько убого вожу. Так. Так, тихо. Так. Немного это. Ого. Да я крутая. Оп. Нам сюда, потому что я уже так записывал, знаю, что мне нужно сделать. Вот. Мы откроем здесь проход для того, чтобы двинуться дальше через канал, да? Наверное. Завелись. Оп. Управление все-таки легкое. Я, наверное, что-то перепутала. Управление легкое. Ну, как легкое. Да, на те же клавиши, что и ходить, но... Все-таки им управлять не очень удобно. Тем не менее. Полтых. Так. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Блин. Как мне написали в комментариях под прошлым видео. Да, мне напомнили. Я потом вспомнила, что вот эти знаки лямбды. Это же лямбда, да? Означают, что где-то рядом тайник. Я подозреваю, что тайник именно здесь. Вот. Мы взяли с вами патроны для пистолета. Мне бы дать для автомата вообще шикарно. Надо как-то развернуться грамотно. Я говорю грамотно, не в стенку, а вот грамотно. Такой я водитель классный. Вода. Классная вода. Блин, посмотрите, какая водичка. Круто, мне очень нравится. Правда, вода мне очень нравится здесь. Так, здесь ничего вроде, да? Столбы. Главное вписаться. Я вижу трамплин. Ну как трамплин? Самодельный, правда? О! Шикарно, ребят. Просто шикарно. Нам явно сюда. Чё, блин? Кто в меня сейчас? Ну? Привет. А ты как мне тебя? А можно мне стрелять во время того, как я езжу? Чё-то зависло. А что так прогружается? Странно. Меня пугает. Я просто знаю эту локацию. У меня еще и когда, блин, играл в школьные годы, у меня эта локация почему-то херовенько прогружалась. Так, это такой странненький трамплин. Трамплин, да? Блин, да что ж я не вписываюсь в повороты? Я... Так. Я могу залезть обратно? Могу. Мне нужно взять разгон туда, что ли, за хе-то? За хе... Ну, вы поняли. Заехать. А тут открыто мне... А, нет, не открыто. Ладно, давайте возьмем разгон. Я, в принципе, почти прицелилась. Блядь. Блядство. Блядство. А что делать? Ты где? Пошел ты. Так. Это херня, по-моему, это. Не двигается? Подождите, я должна туда... Подлететь было. О, а что это такое? Так. Это уже интересно. Значит, во, бочка, вижу. И что делать? Надо туда подсунуть... О, точно. Все, мы сейчас все сделаем. Вот еще одна. Прекрасно. Да меня что-то сегодня быстро доперло. Так. Раз бочка еще нужно, да? Блять, выплыви, сука. Вот. Там бочка. Как туда забраться? Не. Она уже все? В принципе, все. Как бы мне нахер не нужна эта бочка. То есть мы сдаем сейчас назад. Я вот эту херню собью.
А, она уже сбита. Так вот. Разворачиваемся. Видели, какой мастер-класс? Разворот. О, прям для дебилов там вот знаки. Так, херово вышло, по-моему. Вам не кажется так, что очень херово вышло? Ладно, попытка. Мне кажется, что-то не так. Мне кажется, у нас что-то не удалось, да? Все-таки нужно еще бочку. Ну так, для конкретного эффекта. Выходи отсюда. А ты на лету можешь вылезти? Да. Давай. Вот тут точно все, лямбда. Херамда. Блядь, где фонарь? Перезарядка. Так, это мне не нравится, ребята, это мне не нравится. А, нет, все нормально. Мне все нравится. Так. Все сбросили. Ныряем. Почему я не всплываю? Очень жаль, что это, ну... Так, раз есть, кислорода нету. А, это фонарь был. А, так. А, это кислорода у меня нет еще. С какого-то перепуга у меня кислорода нет. Все, выключили энергию фонаря, кислород. Так, все нормально. По-моему, мы все уже бочки захерачили, поэтому мы уже 100% там должны не то что взлететь, мы уже летать научиться должны. Как в Long Dark. Я научилась летать с бревна. Так мы, короче, это... так мы... здесь научимся. Если вы не видели, как я летаю в Long Dark, и, ну, как научилась летать, точнее, то вот первая серия по Long Dark посмотрите обязательно. О! Все, шикарно, ребят, шикарно! Так, опять херня какая-то, да? Обратно можно вернуться? Или уже все, да, поздняк куда-то метаться? Блядь, что-то мне не нравится. Он что-то заныкано? Он нет. Ну ладно, давайте. Что там верещит? А, корабль. Тише, тише. Тш. Никому ни слова. Нас заметят. Никому ни слова. Здесь какой-то человек. Кто это? Кто это, мразь? О, ёптить! Я не ожидала. Блядь, ты чё? Я вообще, блядь, стрелять начала в какую-то другую сторону. Вообще прицела не вижу, кстати говоря. Какой-то фон дебильный. Всю обойму на них спустила. Как так-то? Дайте мне ломик. Все соберу. Пока все не соберу, не уйду отсюда. У меня уже все полно, да? Так, тут, естественно, мы не заберемся. Поехали дальше. Вообще их можно сбивать, кстати говоря. Что-то я, блядь, выхожу, еще свой патрон трачу. Время свое трачу. Проехалась пару раз. Так, здесь. Какая-то херня. Блять, что происходит? Блядь, я говорю, херовый катер. Вот тут надо было объехать. Короче. Так. Вот попробуем. Блять, попробовали, ёпт. Да хер с ними, короче. Вы поняли, что я хотела сказать на самом деле. А, пам-пам-пам. В чем проблема-то? Нам перекрыли выходы. Что я могу сделать? Я ничего сделать не могу. Летать я здесь реально еще не научилась. Блять, да что-то такое? А, я двоих сбила. Один сдох, да? Да. А толку-то? Что-то там, это... тревога какая-то. А вот, наверное, да? Нам сюда? Не сюда? И-хо! Да! Блять, да я гений. Вон он. Вон он! Так, я ухожу от погони. Да я, блядь, просто шумахер. Блядь, почти ушла. Там меня никто не это. Блин, 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 блин! Это опасно было. Если вы что-то понимаете, то я не понимаю абсолютно ничего я не понимаю. Вот. У меня опять загрузка просто произошла. Я не успею затыкаться вовремя, когда загрузка происходит. Так вот. Собственно, нам, походу, сюда. Ой, блядь, стреляют.
Нахер. Товарищи, херу подлетела. Интересно, я могу? Эй! Эй! Откройте! Блин, надо будет уходить. Твою мать. Блядь, тут свинья, блядь. Так. Кусок говна. Мне к тебе как-то нужно подойти. Скорее всего, подойти нужно было... Вот там вот, да? Блядь. Как-нибудь, блядь, нам бы здесь. Так вот оставить, чтобы его не разбомбили. Интересно, его могут разбомбить? Во, лестница. Прекрасно. Надо еще будет вернуться-то, не забыть. Я уж точно не забуду. Это мразь. Нахер. Нахер. Блядь, даже прицела не вижу. Стреляю, куда называется, это вообще не глядь. О, дверка. А что там такое? А там ничего нет. Пошлите в дверь. Так. Никого. Теперь понажимать. Есть твердые доказательства того, что среди нас появился изменник. Слушайте, я как будто это... В голодные игры играю. Там тоже такой мужик сюда был. О! А, это гранаты. Мне дали гранаты. А тут что? Так. Я опять не посмотрел по углам. А меня могли ведь грохнуть. Все вряд ли. Меня бы здесь грохнул кто. Нахер. Тебя нахер тоже. А это можно вырубить? Похер, да? Так. Перезарядочку необходимо. Это кто? Блядь! Где еще? Блядь, какая скотина меня атакует. Что я кривая сегодня? Вы не заметили? Мне кажется, вы заметили. Вы давно это замечаете, мне кажется. Блять, какая-то тварь еще где-то. Не? Так, нажать ничего нельзя. Одни двери, я туда не схожу. Блять! Закройся. Хуй с тобой, хуй с тобой. Так. А тут что-то было же, нет? Что такое? Что-то слышали? Пип-пип. Не слышали? Это я слышала. Что за херня? А. Что за херня? Так, я отсюда пришла, правильно? О, вот мы где не были. Бедный чувак. Так, здесь у нас патронки на... Не знаю на что. По-моему, аптечка была. О, что-то дали. Что дали? Что дали? Ничего не дали. Ничего не дали. Автомат дали. Да все у нас, в принципе, все полное, да? Слушайте, не зря же нам тогда дают. Ладно, главное не забывать гранатами пользоваться. Гранат у нас на пятерочку, правильно? На троечку автомат. На двоечку пистолет, на единичку. А, монтировка. Монтировка. Что-то ломик. Ломик-монтировка. Выходим и пиздец всем. Пиздец, я сказала. Хуй тебе попадешь. Я вот так пойду. Наёб века. Ой. Блять. Блять. Ёбаный. Подвел сраный этот. Первый раз меня так сильно подвел. Подвело залипание меня. Где ты, тварь? Блять, я ж тебе мочу. Ладно. Еще ближе. Интересно, ты не проходил халфу так, как я прохожу сейчас? Блин. Я не знаю, слышали ли вы скайп, но прошу прощения. Забыла отключить. Я думаю, мне никто не будет звонить уже. Ой, я не перезарядилась, я открыл дверь. О, они закрываются все-таки. А, наверное, когда мы будем обратно идти, тут будет очень много врагов. Так, мы перезарядились, Мразота на тварь. Блять, везде атакуют. Пятерка! Нахуй!
А представляете, что бы было сейчас, если бы я бы бросила? Пизду. Там что-то ёбнуло. Кто-нибудь сдох? Никто не сдох, по-моему. Да никто не сдох. Кидала просто. Я думала, сейчас такой там эффект будет взрыва. А не, вон один сдох. Или я, может, его пристрелила? Хер знает. Ну, вроде я куда-то в эту область бросала. Перевернем стол, нахер разгромим все. Хорошая физика в игре. Так, аптечка. Да, мне почти она не нужна. Я и так все могу пройти. Охрененно. Так вот, а куда нам? Откуда я? Я вот... Откуда я? Блять. Где стол? Вот я оттуда. Мне сюда. Заблудиться в двух дверях. Блять, сломано. Как быть? Как быть? Херак. Делов-то. Ой, 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 по съебам. Ой, это не я. Это не я, ребята. Я здесь работаю. Блять, был бы Гордон поумнее, он бы... О, я так и знал. Нахуй все. Блять. Куда, блять, стреляй? Хуй просышь. Вроде всех замочила. Сейчас мы быстренько все, что... Соберем все, что видим. Налетели уже, блядь, все. Ой, автоматы хотя бы собрали. Так, аптечка нам не нужна. Ой! Ой! Нах! Я не скажу ни слова сейчас. У меня был гениальный план. Вы, наверное, поняли, какой. Вы, наверное, поняли, какой план у меня был. План был следующий. Блядь. Скотина. О! Ты еще не, блядь. Блядь, жизни нихуя нету. Ха-ха-ха. Ну, как последнее сыкло, не будем идти на пролом, конечно же. А дожмем вот эту аптечку. Так, а мне нужно от того дебила. Короче. Блядь! От того дебила избавиться мне нужно. Все, блядь. Так. Здесь, короче, нечего уже брать, да? Можно. А, вот что это было, блядь. Автомат. Так. Тут были патроны, я помню. И чё? Чё это сейчас было? Все? Перезаряжайся. Так. Давайте сохранимся на всякий. Какая там F6? Отлично. Мы сохранились. Я еще автомат подбираю. Ну и быстренько у нас где-то здесь катер. Вот где-то вот здесь вот. Во. Давай садись. И быстро линяем, короче, отсюда. Я хер знает куда. Короче. Просто максимально... Вот что-то подобрала. Максимально быстро мы, короче, едем. Все помнят, какой гонщик. У нас еще светолет сейчас гасит, что ли? Ёпт! Да я не жилец! Блять! По-моему, меня еще гранатами обкидывают. Не гранатами, а этими. Ну, вы поняли. Меня оглушили. Меня оглушили, я ничего не слышала. Блять, куда ехать? Нахер, блять, я сюда вообще поехал. Я хер вижу, куда ехать вообще. 57 здоровья. Просто сейчас пройдем на идиота, блядь. Реально. Это нам не сюда. Нам явно не сюда. Блядь, ускорение, ускорение. Блядь, давай, давай. Куда ехать, куда ехать? Сюда. Блин, меня обстреливают. Это не круто. Блядь. В огонь. А я думала, там типа как в крутых боевиках. Нет? Не получилось как в крутых боевиках, да? Так, тут нычка. Бросаем, бросаем все. И бежим. Блядь, 5 здоровья. 5 здоровья, мать его. Блядь, где фонарь ебаный?
Блядь, ты меня сейчас убьешь, да? Не бей меня. Так, 55 здоровья. Блядь, меня гасят, меня гасят. Так. Видели? Блин, я думал, как в лучших боевиках мы, короче, с вами. Блядь. Мы, короче, с вами, как в лучших боевиках, я сейчас думала. Типа такие через огонь хуяк. Я же видела, там что-то было. Вот, ну потому что других ходов-то у нас не было. А они такие, блядь, хуй тебе, Даш. Хуй. Поняла? Вот хуешки. Блядь. Вот тут надо было проезжать, а не в огонь. Блять, нахуя я? Вот, надо. Ну, как в лучших боевиках, правильно, чё я? Блять, что-то гасит меня прям. Жестко, 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 жестко. Бежим сюда, нахер я. Так, мы в безопасности. 47. Здоровье. Все херово. Меня не догонят. Опять загрузка проспала. Ну, поняли. Так. Ой. 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 Я нечаянно. Прекрасно. И что мы получили? Мне кто-то стреляет или что? Я не понимаю. По-моему, нет. Может, да. За мной вряд ли кто успеет добежать. Ой, по-моему, мне все-таки гасит. Либо этот, это от катера. Такое ощущение раньше, что меня гасит. Аккуратно и тихо. Падаем. Так. Разгончик. Блядь. Мне преграждает путь везде, ребят, куда ехать. Понимаете, что с моим полным... Блядь. С моим полнейшим просто... Как сказать-то? Да я гений. С моим полным кретинизмом в плане реально найти выход откуда-то и не затеряться. О! Магнум! Ой! Ой, какая отдача! Хера себе! Чё-то как-то вообще непривычно, но враги убиваются с первого раза, да? Это магнум? Магнум. Все, шикарно. Я с халфы знаю, что магнум у нас сильный такой самый. Реально с халфы. Вот. Фонарик можно выключить. Меня бесит, что энергия фонарика тратится. Она могла не тратиться. Кстати говоря... А, нет. Лучше бы так не делали, да? Если бы фонарик жрал костюм. Было бы не круто. Бля. Блядь. Где ж спряталась? Бля, тут не спрячешься нихера. О! По съебам! По съебам! Какую нахуй гранату, блядь? Ты же гранату кинул мне? Мразот, ты как ты посмел? Блядь, ты чё встаешь, Гордон? Лабиринт, ребят, все, мы в жопе! Нет, не в жопе. Вот я здесь встану. Меня вообще никто не видит. Так, автомат. Мне... Магнум сейчас вообще не усрался. А куда? А вот сюда. Блядь. Мразоты. Все? Блять, кто это, ёпт? Кто-то там еще гасится, по-моему, да? Стоит, смотрит, упоротый. Блять, ты где? Все? Блять, ты где гасишься-то? Пошел ты нахер, а? Блять, где перезарядка? Все время на фонаре сраный жму. Я могу разбить этот ящик? Мне позволяете? Наконец-то. Что-то как-то сильно разбилось.
Я просто очень хотела. Я почему оттуда не уходила? Я хотела этот ящик нет разбить очень сильно. А их столько этих врагов, что, блять, хотел перезарядку, но он тут так перезаряжать надо. Что-то подвисло. Так. О, друг. И что ты мне дал? Энергию он мне дал. Так, нет, Магнум сейчас не усрался. Мы Магнум оставим на трудные времена. Потому что Магнум это тема. У меня еще стамина уменьшается. Что-то я вообще, короче, не помню эту тему. Мне казалось, ничего у меня не уменьшается. Да реально стамина это уменьшается, короче, когда я бегаю. Вот это новость. Вообще, фонаря нихера нету. Блять, да откуда ваш, блять, так много? Вы видели? Я ему в голову, по-моему, стреляла. Ребят! Все? Блять, да что ж ты? И бегать, главное. Хер попадешь. Так вот. А как мне туда? Там лестница? Со мной все как всегда. Да уж. А блин, а как мне туда? Я хочу туда наверх. Мне ж туда надо? Надо. На контейнер, что ли? Блять, так бы сказали, ну ёперный театр. Во, аптечку подобрала. Хотя бы. Хотя бы аптечку. Так, мне на контейнер, да? Вот на этот. Да. Так. Наверное, ваши родители очень, наверное, да? Или кто там живет с вами, короче. В одной квартире он же слышит мой звук пробела. Не круто, не круто, не круто, нихуя не круто, не круто, не круто. Хуюшки. Мне сюда. Блять. Спасибо за разбитые коробки. Тебя нахер. Ты-то кто? А, это не ты. Оп, как выскочил, какие умные враги. Выжимаем костюм, все себе. Потому что нам нужна бронь. Нам очень нужна бронь. Что-то я не ожидал такой засады. Отвечаю, не ожидал. Прям обидно даже. Думал, сейчас все по лайту пройдем. Блять, опять ты, сука, я тут застряла. Я хотела отсюда уйти, я застряла там. Одни проблемы. Ребята, одни проблемы. У женщин одни проблемы. Блядь, дайте мне аптечку, все. Куда бежать? Блять, бежим, куда глаза глядят. Просто вот. Ясно. Так. А женщина просто несется, блядь, куда реально глаза глядят. Вот к нему пойду, потому что обычно там, где враги, то там не надо. Отвисла, слава тебе, господи. Я поднимусь наверх. Блядь! Это, конечно, нежданчик был. Поднялась наверх, значит. Так, пройдусь-ка. Во, вот эта кнопочка мне нужна. Мне нужна эта кнопочка. Да, я все нажала. Блядь, что открылось-то? Сука, пизда тебе. Блядь, нахуй. Пиздец тебе, реально. Ты в меня хуй попадешь. Все, пизда тебе. На, сдохни, блядь. Сдохни, мразь. Ты где? Обосрался? Ребята, я затащила вертолет. С автомата. Да, не со своего. А затащила же, да? Там его тащить-то нечего было. А чё, а есть какой-нибудь легкий отсюда выход? Вот так, чтобы прям спрыгнуть и все. Я чё, мне опять? А, вот, наверное, здесь, да? Да, правильно. Просто думала, мне опять возвращаться. А не хочу возвращаться. Сейчас, секундочку. Да, продолжаем. Так. Чё, и где мой катер-то? А, вон он. Я чуть было не потерялась. Это ну. Так. Залази. Во, отлично.
Че ездить, но не мое. Да нет, шучу, шучу, конечно. Я водитель, но, конечно, управление не как у машины. Так, во! Все, я вспомнила, все вспомнила. Зачем мы это делали? Я вспомнила. Так. Блять, хуйло, я ж тебя подбила. Ты сдохнуть должен. Не-не-не-не, сюда. Меня наебать не получится. Получится, но не так, как вы хотите. Блять, точно, вот эти, блять, это... Вот эта мразь меня сейчас раскидывает. Все, блять, я же... А нахуя я подбивала всех? И каждого. Во, как я видела, вообще форсаж тут катерный. Так, вот-вот-вот мне вот сюда, вот, и меня никто не достанет. Что-то вообще, короче, трудновато им управлять. Но у нас хорошо получается. Скорости мы не боимся. Врезаться тут, помереть-то невозможно. Невозможно. Вот. Блин. Что-то она подвисает, короче, мне это не нравится. Блядь, нам явно, сука, ему навстречу, блядь. Мы обманываем вертолет. Будем вилять. Будем вилять. Это моя тактика в этой игре. Мразь. Пошел ты нахер, блядь, сука. Думаешь, я ссу тебя? Нет. Как я сказала, забавно. Блин! Ну, подорвались, подлетели. Нам только на руку. Да что-то он безобидный. Это херня вообще это. Пускает, блядь. Так. Я просто так вовлечена в процесс. Я надеюсь, вы испытываете такие же эмоции, как я. Я надеюсь, я вам передаю хоть капельку своих эмоций. Блять, набросал везде. Во, нам туды. Нам туды. Короче, нам в эту трубу, ребята, срочно. В трубу, еще в одну трубу. И вон еще в одну. Блять, нахера сюда поехал? Не, нам сюда. 100%. Если нам дают шанс сюда заехать, то... Хорошо, что дают. Вот. Шикарно. А я ничего не проехала сейчас важного. Я даже не оглядывалась. Ладно, хер с ним. О! Ёпть. Я просто хотела по лайту проехать. Ладно. Я говорить в эти моменты очень сложно. Я реально напряжена. Мне хочется уйти от погони. И меня пугает то, что загрузки, блядь, каждые, я не знаю, 3 минуты. А как ты меня так подстреливаешь? Ты же не развернулся. Нам туда, нам туда, нам туда, 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 туда! Да! Да! Мы заехали! Блядь, как я по стенам-то херачу! Блядь, видели бы вы. А вы видите. Так, нам сюда. Что-то прямо вот у меня озарение. Путь, я вижу четкий путь. Со страху, наверное. Нам явно вот в эту херню, блядь, и мы нарываемся, естественно. Ну, хер бы с ним. Не страшно. Вот. Так, вообще, крутяк. Блядь, как они, эти херни-то. О! Я не понимаю, чего он добивается. Но мы не сдадимся, блядь. Блядь, мразь. Так и знала. Я вот, я, кстати говоря, сначала думаю, это же эта херня, короче. Я не помню, как она называется. Думаю, это херня. Потом видела, короче, тросы этих чуваков. Вот. И подумала, что это они. Потом, блядь, как поняла, что меня затягивают. Поняла я. Почти. Даже чуть-чуть у нас бы уже начали жрать. Вот. Ладно, 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 мы уже поняли, куда нам. Там нихуя ничего не видно. Тем не менее. Оп. Так, итак. Нам нужно. Блять. Как нас обстреляли? 52%. Это не круть. Так, сейчас вас сейчас сосредоточились. Сосредоточились. Блять, туда, 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 блять. Да! Да! Сюда, заезжай, блять, сюда. Безопасно. Вот заезжай, заезжай, заезжай. Стой, 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 стой.
Итак, перезарядка, а не этот сраный фонарь. Когда он не нужен, чтоб его. Так. Наебываем вертолет. Значит, он смотрит на катер. Катер в одной стороне, я в другой. Он ни хрена не понимает и разрывается на две части. Вот так вот мы побеждаем вертолет. Я не знаю, прокатит или нет. Где все? Наверное. Блять, мне надо катер сюда спустить. Это я уже поняла. Блять, опять сразу залипание. Мы поняли, что залипание мне все-таки. Оно мне жизнь спасает. Так. Так, я еще ничего не нажимаю. Вот теперь нажимаю. Это было опасно. Все? А это, по-моему, эти. Чё обнаружен? А? Я не слышу, у меня мотор. Громче! По-моему, это воды эти. Короче. Радиоактивная вода, да? Была. О! Я ебала. Чё происходит? Блядь. Чё не так? О! Мне можно ехать или что? Я не вижу, куда еду. Можно. Жесть. Вот это спецэффекты. Так, все, в туннель. О, херню свою, блядь. Какашки свои сбрасывает. И думает, что меня этим запугаешь. Да хер там был. Я уже в безопасности. Ты меня уже не достанешь. Хотела я сказать. Ну и в принципе он меня не задел. Вот, опять загрузочки что-то нам сбросили, по-моему. Подождите-ка. Мне показалось просто, что там проход. Может, нычка, думаю, какая. Аккуратненько разворачиваемся. Так, тут можно, в принципе, поспокойнее же, нет? Нет, нельзя, наверное, да? Мне явно сюда. Пройду? Пойду. Аптечка, неплохо. Что? А, это я по лестнице? Не, мне не надо. Мне, блядь, не надо, спрыгни. Дебил, блядь. Кто-то сверлит, блядь. А... Ну, в принципе же все, да? Как бы, блядь, нахера это было здесь? Все гениальное просто, да? Окейшки. Нихуя не просто. В чем соль? В чем соль-то? Блядь. Я думал, все гениальное просто. А нихера не просто. Я думал, мы сейчас, блядь, нажмем, он подымется. И как бы мы что-нибудь сделаем там потом и все. Все? Может, туда, блядь, закинуть надо, чтобы оно как-то это еще ниже опустилось, нет? Да нет, вроде. Хуй знает, а что? Да я, наверное, ступила, нет? Нам сейчас что? Да мне сначала нужно было, наверное... Как так-то? Так, это нахер. Подождите. Что происходит? Что, блядь, происходит? Не понимаю. По-моему, нам явно что-то туда надо положить. Блядь, а как отсюда выйти теперь? Все вышло. Так, бочка, раз. Кирпич. Мне кажется, реально туда нужно положить. Ой, много чего. Давайте попробуем. Еще раз гребем.
Нам же не просто так вот. Во! Нам же не просто так вот всю херню дают. Я бросил туда стул. А кастер-то? Блин, залезь. Так, вот стой здесь. Блин, ну... Ну, раньше же не просто так всю эту херню давали, да? Да? Чё делать-то? Блин, нам нужно вот это вот... Помню, нужно было наверх. Мне определенно нужно было наверх. Только как я теперь туда попаду? Во! Отлично. Чё-то у меня сегодня прямо это нормально так. Соображают, не как вчера. Во! Вот что нам нужно. Блять. Ить. Ну ладно. Раз так, значит так. Отъезжаем. И газуем. Сейчас я соберусь с мыслями. И мы погазуем с вами. Так. Стоп, 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 стоп. Так, нацелились. Все. Есть. Мне не сюда, не сюда. Мне вон туда. Так, все. Прекрасно. Как-то загрузок много. Сейчас, наверное, какая-нибудь еще загрузка. Эй! Да! Я! Вы кто? А где субтитры? Спасибо! Блядь, что-то вы в таком месте прям? Стой, 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 стой. Блядь, я хочу припарковаться нормально. Так. Стой. Стой! Стой! Все, стой! Стой! Идеально. Закройте дверь, он сейчас уплывет. Отвечаю, он уплывет. Привет. Ладно. О! Не-не, подожди. Так, больше что, у вас есть еще что разбить? Все, по-моему, да? Ладно, пойдем. Так, здорово. Давай, подходи. А что там? Я подошла. Вот, взгляни на это. Вот это на вот тебя? Бомба, прямо по курсу. Ага. На старой ГЭС прячется Элай. Так кто такой Элай? Ага. Попасть туда с этой вертушкой охотником на хвосте, считай, нереально. Мне все реально. В Артигон что-то там шаманит над твоим катером. Он станет помощнее. Спасибо. Блядь, еще мощнее. Походи. Он уже закончил? Кажется, он что-то шаманит. А он уже закончил. Информация. Блять, да ты мне сейчас все это. Навигатор установи мне. Парктроники и навигатор. Я без них не смогу ездить. Что-то я тебя плохо слышу. Взять это оружие, иначе он пожалеет об этом. Хорошо! Хорошо, я возьму это оружие! Как он забавно говорит. Какое оружие-то? Я что-то прослушала. Пока я издевалась над ним, я все прослушала. Ладно, ладно, ладно. Уезжай, уезжай, ребят. Ой. Что за хуйня? Откройте. Блядь, мне напиздили, ребята. У меня поход туда. Чего? Ни хера не понимаю. Подождите. Они сами меня откроют? Пока. Охереть, ребят, мне дали пушку. И я думаю, что мы вот прямо сейчас с вами здесь сохранимся. Вот так вот, вот сохранимся. Да, мы с вами сохранились и попрощаемся.
Значит, ссылка на канал будет в описании, на другие плейлисты будет в описании плейлиста Half-Life. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Мне очень приятно видеть ваши отзывы. Всем спасибо, всем до нового видео, пока!